Ну что, всем привет, это новый выпуск про ВАЗ-2106. В общем, сегодня опять будем колхозить шоху. Ну, для кого-то колхоз, для кого-то стиль, для кого-то, как сказать, такое творчество. Смотрите, что я нашел. Хром-очки на классику. Подфарники, повторители под хром. Насадка на глушитель. Хром-решетка на капот, новая, в пленочке. Задний шильдик на крышку багажника под экспорт Лада 1600. У меня как раз двигатель 1600. Ручка КПП, паучок. Купил также крепление для декоративного колпака 50 рублей. Шильдик поменяем, у меня стоит там черный, будем ставить красный. Этот немного выцвел. Так, свечи нашел НЖК. Я же поставил бесконтактную систему зажигания. Надо свечи поменять, зазор сделать получше. Вот эти свечи, они почти новые. Только коробка потерялась. Также советские колпаки с классики. В масле, в специальной бумаге. Ни одной ржавчины, смотрите. Вот такие вот колпачки. Только у них это потерялось. Такая хрень здесь черная. Пластмассовый колпачок. Вот такие вот колпачки будем ставить. Кстати, вот эти крепления, это для этих колпаков, потому что у меня стоят обычные штампы, а эти колпаки, они идут на штампы с ушками. В общем, новодел. В принципе, все. Больше я не нашел интересного. Да, есть, конечно, тут в коробке еще кое-что. Ручки салона, но это не комплект. У меня две штуки. И то это, по-моему, троечные. Да, есть заглушки на открывание дверей салонные, ну тоже будет смотреться не очень, потому что это ручек нет под хром. Если были бы ручки, тогда был бы комплект. Ну можно, конечно, поставить, украсить салон. Ну в общем, пока не будем ставить, потому что не комплект. Зеркала нет под хром, черное обычное. В общем, это видео будет называться «Как сделать из стоковой жиги жига под хром». Ну, или как немного там заколхозить. Кому как, в общем, давайте. А, кстати, блин, забыл. Я же купил рамку под номер. Вот такая рамка держателя номера, металлический хром. Смотрите, вот такая вот рамка под хром. Может, тоже поставим. 350 рублей, кстати, потратился. Так, но прежде чем мы начнем ставить ништяки на шоху, посмотрите вот этот короткий ролик. Друзья, хочу порекомендовать вам свой канал под названием Time Tov. Каждый зритель, я думаю, найдет для себя что-то интересное. От любителей ретро-классики, где я придаю стильный вид москвичу, до наших любимых таза будней, где из обычной гранты я хочу сделать городскую пушку-гонку. В общем, буду рад вас видеть на своем канале в качестве моих подписчиков. Ссылка на мой канал в описании под этим видео. Так что скорее переходим и подписываемся. Так что, друзья, советую подписаться на канал наших друзей, написать комментарий, что вы от меня, поставить лайк. Ну и все, поехали. Так, смотрите, вот наша шоха. Немного она, правда, запылилась, но ничего страшного, может, вечером съездим на мойку. Так, ну вот смотрите, она вот сейчас в стоковом состоянии. Сейчас будем ставить на нее ништяки. Так, сейчас будем ставить очки. Под хром. Все. Чики-брики и готово.
Будем менять. Будем ставить красный. Да, кстати, вы обратили, какой здесь сигнал стоит? Такой простенький, и звук у него такой не очень приятный. По идее, здесь должно два стоять. Низкий тон и, так сказать, высокий тон. Похоже, это даже не родной сигнал. Здесь написано, сделано в СССР. Хотя тачка 2000 года. Так что в следующем ролике будем ставить сюда сигналы. Ну, нормальные, от Волги. О, готово. Красота. Вот снял эти воздухозаборники. Смотрите, какие они. Красивые, даже ладья есть. Но я их выкидывать не буду, я их потом, может, отмою, оставлю. Так, ну все, отмыл. Остались немного царапины, но это потом подсохнет, я полировку все уберу. Вот она эта красота. Сейчас будем ставить. Все, решетки установлены. Чисто под хром. Раньше такие были на тройках. Вот такие вот решеточки. Они, кстати, на белом капоте не так смотрятся. Была бы машина какого-нибудь темного цвета, они бы смотрелись. Сейчас будем ставить вот эту рамку под хром. У меня, правда, стоит рамка, но она, видите, здесь сзади металл и полностью металлическая. Она как подкладка идет. А здесь идет сзади пластик. Тут получается хром, только сама рамочка. Подождите, а может ее назад можно поставить? Назад она подойдет? Нет. Эх, не подходит. Вон, фонари упирается. Не подходит, эх, жалко. Смотрелось бы хорошо. Видите, здесь сзади идет пластик. Сам хром только по краям. Ну, как рамочка. Пишите в комментариях, какая рамка лучше. Такая или такая? Может, так повесить? Или сюда? Или сюда? А может сюда? Или сюда повесить? Повесим на заводское место. Смотрите, здесь такие кармашки есть с двух сторон. Все хорошо село, ничего не болтается. Сейчас будем ставить. Так, ну что, пришло время колпаков. Вот так они будут смотреться. Сейчас покажу, как ставится крепление.
Так, чтобы поставить колпаки, надо открутить два болта и установить вот это крепление. Ну и для начала надо снять колпачки, иначе вот этот маленький болтик будет упираться, ну, в сам этот декоративный колпачок и немного его повредит. Хотя подождите, у меня есть два колеса. Ну вот само колесо, видите, как я его покрасил в том году. Жалко, что у меня только две штуки, я бы по кругу поставил. Ну, сейчас я установлю эти два колеса сюда, посмотрим, как будет смотреться. Чисто так, для фото. Вот они, колпаки. Вот такой вот вид прекрасный, я бы сказал. Так что сейчас два поставлю. Проведу небольшой фотосет и обратно серые штампы с колпаками будем ставить. Вот и все. Установил болтик. Вот так это все смотрится. Я даже здесь, видите, надписи сделал белым маркером. Вот так вот. Вот такое вот стильное колесо. Сейчас второе колесо поставим для равновесия. То же самое. Все, второе колесо готово. Первое тоже стоит. Смотрим, оцениваем. Кстати, эта рамка лучше смотрится, чем эта. Она какая-то слишком большая. Так, ну вот смотрите, как смотрится с этими штампами. Смотрится идеально. Да, эти штампы тоже смотрятся, ну, нормально. Но эти штампы, они выделяются из толпы. Выделяются из потока, так я хочу сказать. На эти колеса будет больше обращать внимание, чем на эти. Осталось поставить насадку и ручку на КПП. Вроде все. Очки поставил, колпаки поставил, номер поставил. Решетку поставил. Слишком не стал ее, ну, сюда утаскивать. Поглубже утопил. Сейчас болты подтяну. И, в принципе, все. Так, ну что, друзья, вот такая вот получилась внешка, буквально. Тут добавил-то чуть-чуть хрома, уже вид совсем другой. Колеса сразу вид меняет, смотрится вообще, ну, чисто под ретро смотрится. Особенно колпаки советские, они вообще стиля придают. И с очками под хром идеально смотрится. Вообще, в этой шестерке все идеально смотрится. Чего не поставь, все смотрится идеально. Так, ну вот я в салоне. Здесь, конечно, все по стоку, но я хочу немного добавить старины. Вот такая вот винтажная ручка на КПП. Да, обычно ставят там розочка, там что-то такое. Но вот видите, у меня есть паучок. Сейчас сниму вот эту и поставлю эту. Отлично. Так, так. Все делается под настроение. Некоторые вообще вот такие рычаги покупают до потолка. Кочергу такую. Ну вот и все. Как же смотрится? Особенно вот если на черном фоне. Не, это веселее смотрится, чем это. Это скучно. Красота. Да, хотел я поставить шильдик, но у меня, оказывается, нету здесь этих, вот этих круглых, как их называют, черные такие, в общем, крепежи. У меня их нету. Придется отложить на другой раз. Вот смотрите, как бы смотрелось. Типа экспорт. Ну да ладно. Зато насадка стоит под хром.
купил новые брызговики и смотрите, как подкрасил. Пишите в комментариях, ставить такие брызговики на шоху или не ставить. Так или так? Или так? А так, в принципе, на сегодня все. В следующем видео колпаки будем ставить уже на эти колеса. Пиши комментарии, ставь лайк. До следующего видео. Всем пока.